Получит финансирование и сможет начать строительство новой транспортной развязки. Киа политик. Скандальное задержание. Чиновника подозревают в хищении государственных средств на сумму свыше 40 миллионов долларов, а также в получении крупных взяток, в частности за незаконную вырубку леса. Операцию по задержанию Белецкого сотрудники НАБУ планировали совместно с СБУ. А триггером расследования стали опубликованные несколько недель назад материалы известной журналистки Марины Николаевой. Это дело вызвало широкий резонанс в обществе и привело к многочисленным отставкам. Вы прям с утра пораньше, Геннадий Степанович. А как ты хотела? Моя лучшая журналистка упекла за решетку очередного зажравшегося чинушу. Молодец, Николаева! Если бы не ты, наша доблестная полиция его вовек бы не взяла. Да ну ладно вам. Не написала бы я, написал бы кто-нибудь другой. Это дело времени. Он же меры не знал. Ну, знаешь, но ты это сделала раньше остальных. Так что давай не скромничай. Премию получишь, как я и обещал. Но уже знаешь, над чем будешь дальше работать? Пока нет. Но без дела точно сидеть не буду. Но в этом я даже не сомневаюсь. Все то же самое. Блики огня, длинные темные коридоры, напуганная женщина. Неужели ничего нельзя сделать? Я не знаю. Может, гипноз какой-нибудь? Марин, я вам давно предлагаю решение вашей проблемы. Моя работа не имеет к этому никакого отношения. Давайте уже, наконец, закроем эту тему. Да я же не говорю вам уволиться. А возьмите паузу. На год, второй. Отдохните как следует. Я не устала. К тому же эти кошмары снятся мне с детства. Причем здесь работа? Да проблема не в работе как таковой, а в стрессе, который она вызывает. А стресс послужил триггером для кошмаров. В детстве этому послужила гибель мамы. В подростковом возрасте усугубили сложные отношения с отцом. Но сегодня работа. Вы знаете, Марин, ваш отец прав. И ваша журналистика вас погубит. Да я уверена, что с вашими талантами, с вашей хваткой, вы преуспеете в любом деле. Журналистика – это мое дело. Отец никогда меня не понимал. Мы уже заканчиваем, так что вы можете ответить. Да. Марина Владимировна, из больницы беспокоит. Ваш отец скончался сегодня утром. Держись, Мариночка. Нам всем будет очень не хватать генерала. Он был великим человеком. Столько лет в органах. Если нужна будет помощь, любая. Слышишь меня? Любая. Знаешь, где меня найти? Спасибо, Эдуард Николаевич. Не вздумай отказываться. Мы почти семья. Жалко, Володя не дожил с вашей с Артемом свадьбы.
Я уверен, Владимир Георгиевич будет наблюдать за нами с неба. Будь всегда рядом, сынок. Мы все его очень любили. Он был для нас примером. Спасибо. Что у вас были проблемы с сердцем. Никогда не жаловался. Владимир Георгиевич вообще никогда не жаловался. Сильный был человек. Просто тебя не хотел расстраивать. Тревожить лишний раз. Марина, это для вас. Обязательно прочтите. Мариш, ты в порядке? Отец весь ресторан под поминки закрыл. Места для всех хватит. Что там у тебя, Марин? Уже какой-то новый из тебя дошел. Николаев вам не отец. Вас удочерили. Хотите узнать подробности, приезжайте завтра к 10 вечера на Вишневую, 25. Что за бред? Я надеюсь, ты не собираешься туда ехать? А если это не бред? Ты серьезно? Не вздумай туда ехать, ты меня слышишь? Вдруг это псих какой-то, у которого на тебя зуб? Ты мало кому перешла дорогу своими расследованиями? Не знаю, может, ты и прав, но это все странно. Странно, что ты, в принципе, об этом подумала. Точно заманить хотят. Так, давай в полицию, пусть разберутся. Не надо в полицию. Отвези меня домой, голова разболелась. Может, все-таки в ресторан помянем Владимира Георгиевича со всеми? Я себя, правда, плохо чувствую. Столько всего навалилось, надо отлежаться. С тобой остаться? Лучше объясни там, почему единственная дочь генерала не приехала помянуть отца. Я, как все закончится, сразу к тебе. Дай мне несколько дней прийти в себя. Мне это сейчас, правда, очень нужно. Надо подумать, если привести порядок. Как скажешь. Алло, такси? Можно машину на Южную, 26? Да, спасибо, жду.
Как барана, вечно все делала по-своему. А ты чаще всего оказывался прав, а я не ценила. Даже сейчас сомневалась, что ты мне не родной. Фотографии с роддома, ни мамы с животом. Такое ощущение, что у меня до 5 лет вообще не существовало. Может, я правда приемная? Марин, 25 лет назад у людей не было под рукой смартфонов. Я понимаю, на вас столько навалилось. А дело не только в фотографиях. У меня всегда было какое-то странное чувство инородности. С отцом мы не были близки. Сколько себя помню, он был сухим, отстраненным. Я еще думала, ну он же офицер, у него нрав. Плюс мама на машине разбилась. Все навалилось. После этой записки у меня еще больше сомнений. А теперь представьте, каково ему, одинокому мужчине, воспитывать дочь. Генералу было сложно без жены, вам без матери. Классическая проблема в таких отношениях. Вот вы и хватаетесь за историю с удочерением. Зачастую ответы на самые сложные вопросы лежат на поверхности. Не знаю. Может, вы и правы. Спокойно.
Стоять! Руки, чтоб я их видел! Все, пока. Да, давай. Серег, а? Серег, подожди. Слушай, тут у нас глухарь нарисовался. Возьмешь? Санька, моя смена как полчаса назад закончилась. Да я знаю, я бы не дергал, если бы Горкуша не опаздывал. Глухарь никуда не денется, до утра подождет. Слушай, ну не ломайся. Думаю, один хрен никто не ждет. Тем более, ты у нас лучший следак в управе. Дело мутное. Жертву пытали, казнили в упор. Бабу какую-то задержали. Ладно, давай. Показывай, что у вас тут за мутное дело. Серьезно? Других следователей у вас нет? И снова здравствуйте, Марина Владимировна. Значит, вы утверждаете, что лица не видели? Ну, я же говорю, было темно. Один нечестный фонарь на всю улицу. А что же вы забыли в том районе? Насколько я помню, вы живете в элитном доме в центре. Случайно оказалось. Ехала к подруге, заблудилась. На такси? На такси. В чем проблема? А проблема в том, что все ваши доводы неубедительны. Имя подруги, фамилия, адрес. Это не важно. Нет, еще как важно, Марина Владимировна. Вы ехали к какой-то подруге на такси, по дороге заблудились. Услышали выстрел в доме, вместо того, чтобы вызвать полицию, вы пошли в дом проверить, все ли в порядке. Знаете, так по-вашему, по-журналистски. Только я не верю в совпадение. Мне нужно позвонить адвокату. Ой, да, тут вы правы. Адвокат вам понадобится. Сиди, сиди. Марина Владимировна, прошу прощения за недоразумение. Вы свободны. Вот ваши вещи. Что значит свободны? Что значит свободны? С тобой позже поговорим. Я надеюсь, это наша последняя встреча. Давайте вас провожу. Зайдешь ко мне в кабинет. Ты узнал, что я здесь? Отцу позвонили. Какого черта ты творишь? Не начинай, я устала, отвези меня домой. Ты обещала не ехать. Мы же договорились. Но ты наплевала на это и все-таки поперлась на встречу с каким-то психом. Я не хочу ругаться, но мне надо было разобраться. Я журналист, а происходит что-то странное, речь о моей семье. Я твоя семья. Я мой отец и Владимир Георгиевич, земля ему пухом. Я благодарна тебе, Эдуарду Николаевичу. Наши семьи всегда были близки, но... Мы с тобой, пока не семья. Ладно, ладно. Прости. Просто я переволновался, пойми. Как узнал, что тебя задержали на месте преступления, я чуть с ума не сошел. Ты тоже меня прости. Я должна была предупредить. Угу. Какого черта, товарищ полковник? Она наша единственная подозреваемая.
Какая она тебе подозреваемая? Тебя жизнь вообще ничему не учит? Или у тебя память, как у медузы? Ты забыл, что бывает, когда зарываешься на генеральских дочек? Не забыл, все прекрасно помню. Но в прошлый раз она лезла в мое расследование. Сейчас сама оказалась на месте убийства. И что? Что у тебя есть на нее реально? Свидетели, отпечатки пальцев, видео с камер наблюдения. То-то же. Или ты думаешь, если Николаев умер, за нее некому впрячься? Есть кому. Поверь. Волчек, ну ты реально думаешь, что это она? Давай, Волчок, работай. Напроси соседей, выясни личность убитого. Но к ней больше не приближайся. Забудь о ней. Кошмар. Это все из-за твоей работы. Пора же от нее отдохнуть, слышишь? Пока тебя стресс окончательно не добил. Говоришь, как мой психолог. Вот и послушай нас с психологом. А может, правда уволишься, а? Полетим на Мальдивы или в Доминикану. Или куда хочешь. Отдохнем как следует. Вместе побудем. Я не устала. А какие планы на сегодня? Может, сходим куда-нибудь? Сейчас у меня встреча с психологом. Потом в офис на весь день. Давай в следующий раз. Как скажешь. Он отличался от предыдущих. Женщина пыталась меня забрать, но ей помешали. Это был мужчина такой большой, коренастый. Я не разглядела его лица. Марин, то, что ваш сон стал объемнее, оброс новыми деталями, это логично. События последних дней вдохновили ваше подсознание на новые краски. Вы узнали, что вас якобы удочерили, и подсознание все дорисовало. Я совсем запуталась. Такое ощущение, что вокруг меня происходит какой-то заговор. Ну, вы сами посудите. Только появился человек, который решил рассказать мне всю правду о моей семье, его тут же убивают. Разве это не странно? Странно, конечно. Но и этому есть объяснение. Допустим. Допустим, ваш жених прав. И вас действительно хотели заманить в ловушку. Но мотивы могли быть разные. Вы журналист. Ваша деятельность могла помешать многим влиятельным и опасным людям. А с другой стороны, это мог быть просто шантаж. Он бы рассказывал вам сказки про ваших родителей и выманивал деньги. Но его убили. Ну, кто знает, сколько у него таких, как вы, и кому он еще перешел дорогу. Здрасте. Следственный отдел Центрального управления, старший лейтенант Волчок. Здрасте. Да. Скажите, пожалуйста, а вы последнюю неделю две здесь никого странного не видели? Может быть, кто незнакомый приходил? Ну, все, что я знала, давно рассказала вашим сослуживцам. Между прочим, это я стрельбу слышала и позвонила в полицию. Дом пустовал. С похорон Семеновны хозяйки. А за неделю до стрельбы шастал тут один. Все возле дома крутился. Я еще спросила, кого это он потерял. А он мне родственник Семеновны. Это он?
Он. Выходит, его и убили. Выходит так? Спасибо. До свидания. Щука, привет. Пробей-ка мне всю информацию по нашей Семеновне. Срочно, срочно. Это все, конечно, замечательно. Но услышьте меня, наконец. Мы не имеем права распространять сведения об усыновлении. Берите усыновителя, идите с ним в суд, а потом с решением суда возвращайтесь к нам. По-другому никак. Просто один и второй усыновители мертвы. Там есть свидетельство о смерти. Если оба усыновителя мертвы, вам тем более в суд. Быстро в вашем случае ничего не получится. Поверьте, я вас очень хорошо понимаю. И вы не первая, кто приходит с этим запросом. Но есть закон о тайне усыновления. Там, конечно, черт ногу сломит, но мы не можем его нарушать. Спасибо. Марин! Я так и думал, что ты поедешь сюда. Я такая предсказуемая, или ты все-таки за мной следишь? Зачем мне это? Мы же с детства знакомы. Ты никогда не отступаешь. Ну и что сказали? Отправили в суд. Сказали, что не имеют права разглашать тайну усыновления. Логично. Ты идешь у меня в офис? У меня есть идея получше. Поехали. Куда? Попробуем решить твою проблему. Поехали, поехали. Привет. Привет. Ну что, нашел родственников нашей Семеновны? Ну, это как сказать? Секунду. У Завьяловой родственников не было. Ну, точнее, они были. Дочь погибла при пожаре в 97-м. А зять? Погиб вместе с ней. А Семеновна умерла через 2 недели, сердце не выдержало. Понятно. Ни отпечатков, ни гильз, ни свидетелей, ни улик, указывающих на незаконное проникновение в дом. Такое ощущение, что он ждал убийцу. Ну или кого-то, а дождался убийцу. Ты думаешь, это журналистка? Нет, конечно. Помимо выстрела в голову, на его теле обнаружено очень много синяков и ссадин. Мужика пытали, и делал это профессионал. Следов не оставил, все за собой убрал. Хотя, это мог быть и сообщник. Держи. Нашли в пищеводе жертву. В смысле? Мужик или голодный был, или очень не хотел с ним расставаться. Знаешь, что он открывает? Вопрос не что, а где. Серийный номер говорит, что он от банковской ячейки. А вот где она находится, это вопрос. Спасибо, Витя. Если что, звони. Обязательно. Понял задание? Понял. Давай выясним, что за банк, потому что убийца точно искал этот ключ. Что делать будешь? Пойду поговорю с Николаевой. Тебе напомнить, что полковник сказал? А мы ему не скажем. Так. Приступим-с. Думаешь, он поможет? Куда же он денется? Он работает на отца. Как минимум подскажет, что нам делать дальше. Почему ты решил мне помогать? Ты же не верил, что меня могли удочерить. А я и сейчас не верю. Только с тобой проще согласиться, чем пытаться отговорить.
забудьте, не забудьте сегодня, что у нас зачет. И вам уже к этому зачету подготовиться. Здравствуйте. О, вот так сюрприз. Здравствуйте. Вы бы предупредили, я бы послал студентов за кофе. А может, чай? У меня есть зеленый успокаивающий. Не, ну, спасибо, но мы ненадолго. Нужна ваша помощь, Евгений Маркович. Да-да. Я вас внимательно слушаю. В общем, Марина считает, что ее удочерили. Я, конечно, в это не верю, но разве ее переубедишь? Мариночка Владимировна, да это же вздор. Вот и я об этом. Но нашему журналисту нужны железные доказательства. Так, и чем я могу помочь? Я была в ЗАГСе и хотела узнать имена биологических родителей, но меня отправили... Отправили в суд. Ну, вполне логично. Закон о тайне усыновления по-другому никак. Вы сможете помочь? Я в этих делах не сильна. Конечно. Конечно, помогу, голубушка. Но я сразу должен предостеречь, это не быстро. Нужно подготовить обращение в суд. А вам уже выдали свидетельство о смерти генерала? Да. Замечательно. Ну, значит, я займусь обращением, узнаю, не изменилась ли процедура подачи, и тут же дам вам знать. И я думаю, где-то через полгода, годик, вы убедитесь, что Владимир Георгиевич и Вероника Андреевна есть ваши самые, что ни на есть, родные родители. А раньше никак? Ну, к сожалению, нет. Это же суд, дорогуша. Такая у них процедура. Мариш, не расстраивайся. Я поговорю с Марковичем, пусть он ускорит процесс. А если не ускорит, я за год с ума сойду. Я уверен, Маркович что-нибудь придумает. Марина Владимировна, мне надо задать вам пару вопросов. На все вопросы я ответила на допросе. Это важно. Вы слышали мою невесту? Если есть вопросы, присылайте повестку. Или что там у вас? Марина Владимировна, я предлагаю оставить в прошлом все наши разногласия и спокойно поговорить. Желательно без свидетелей. Неправда, нужна ваша помощь. Я вижу, до тебя туго доходит. Чем не надо? Поезжай домой, завтра увидимся. Подожди, что значит домой? Тём, пожалуйста, все нормально. Хорошо, как скажешь. Лимонад будете? А, нет, спасибо. А я думал, что современные журналисты используют диктофон в телефоне. Видимо, отец был человеком старомодным, раз подарил мне кассетный. Мне очень жаль, что Владимир Георгиевич... Ближе к делу. У меня нет времени на любезности. Да, хорошо. Вы знали жертву? Я вам уже говорила, нет. Познакомиться не успели, он уже был мертв. Как вы оказались на месте убийства? Это я тоже говорила, случайно. Вы, видимо, меня плохо слушали. Марина Владимировна, прошу вас, давайте без подруг и прочего бреда. Я знаю, что вы его не убивали, но у меня нет ни малейшего сомнения в том, что вы оказались там не случайно. Ну, мне вам больше нечего сказать. Простите, дела. Ну, значит, вы искали не это. Это обнаружили в пищеводе жертвы. Видимо, он пытался спрятать его от убийцы. Ключ. Я хочу знать правду, Марина Владимировна. Хватит юлить. Боюсь, никакая я не Владимировна. Не понял. Thank you.
Здравствуй, Андрей Анатольевич Леви. Николаев, вам не отец, вас удочерили. Хотите знать подробности, приезжайте завтра в 22.00 на Вишневую, 25. Дальше вы все знаете. Приехала полиция, меня задержали. Что ж вы мне сразу-то это все не рассказали? Придумали эту сказку про подружку. Детский сад какой-то. Когда я увидела вас в допросе, я подумала, что вы мне не поверите. Марина Владимировна, в первую очередь я профессионал. И не важно, что между нами было в прошлом. И да, мне действительно кажется, что вас пытались заманить в ловушку. Я заберу? Угу. И знаете, в каком банке может быть эта ячейка? Да. Что у тебя? Имя жертвы Андрей Анатольевич Леви. 71-го года рождения. В прошлом старший лейтенант милиции. Милиции? Так точно. Был осужден на 10 лет за превышение служебных полномочий. Забил до смерти подозреваемого. Есть адрес жены. Отлично. Пришли мне сообщением на телефон. Подожди, стой. Это еще не все. Внутреннее расследование вел тогда еще майор МВД Владимир Георгиевич Николаев. Что-то случилось? Сергей, подождите. Я с вами поеду. Хочу у него лично спросить, почему он мне написал. Тут и так все понятно. Либо Леви поехал кукушкой, пока сидел, поэтому решил отомстить Николаеву, разобравшись с вами. Либо решил выкачать из вас моральную компенсацию за предоставленные неудобства, которые тот ему доставил. Что за бред? Почему мне отомстить отцу? Я здесь при чем? Николай был влиятельным человеком, всегда ездил с охраной, с водителем. Просто так к нему было не подобраться. То есть то, что его убили сразу после того, как он дал мне записку, вас вообще не смущает? А ключ? Это тоже случайность? Если он и правда хотел отдать его мне. Может, в ячейке информация о моих родителях? Ну, если это так, я вам обязательно сообщу. Ну, вы такой, каким я вас всегда и считала. Тщеславный, принципиальный эгоист, которому плевать на других. Садитесь. Только не вздумайте мне мешать. Это точно тот адрес? Точно. Пожар был недавно, дом еще тлеет. Добрый день. Здрасте. Извините, а вы из полиции? Да, мы из полиции. Старший лейтенант Волчок. Ага. А вы, собственно, кто? Так я сосед, вот рядом тут живу. Дежнев Павел Иванович. Из чего вы взяли, что мы из полиции? Да черт его знает. Да мутная просто какая-то история. Я, главное, пожарным все вот это сказал. Да кем-то что, они... Да лампочки водой-то позаливали все, на весла, да и уехали. А что вы им сказали? Я думаю, это поджог. Ну, смотрите, пожар-то ночью случился, вот. А накануне я видел, как Тамара, ну, соседка, хозяйка этого дома, куда-то очень спешила. Лично видел, как грузилась в такси с дочкой и чемодан. И знаете, вид у нее был такой напуганный. Ну, может, куда опаздывала? На самолет, например? Выбегала, забыла выключить утюг, вот и пожар. А это исключено. Вот пожарные все говорят, что дело в электрике. Только чушь это все. Я сам лично всю электрику в этом доме переделал. Ну, пока Андрюха сидел. А я, знаете ли, делаю на совесть. Да ко мне весь поселок бегает, да. Спасибо за информацию. Спасибо. Ну, вы это уж разберитесь. А, конечно. Всего доброго. Удачи. Щука, привет. Проверь, пожалуйста, вокзал и аэропорт. Да, регистрировалась ли на рейс жена Леви? На какой-нибудь.
Да, и посмотри по поводу ее друзей и знакомых, кому она могла ночью сорваться. Угу. Давай. Спасибо. Что планируете сделать? Проверю вашу теорию. Приемная вы или нет. Тогда становитесь в очередь, запасайтесь терпением. Я обращалась в ЗАГС, меня отправили в суд. Пока мы получим разрешение, пройдет кучу времени. Александр Николаевич, добрый день, дорогой. Помощь ваша нужна. Постановление на выдачу сведений об усыновлении по одному человеку. Ну, конечно, по моему делу. Да. Замечательно. Сейчас вам всю информацию пришлю на телефон. Так, ну, вашу проблему мы решили. А пока поехали. Ну что, не берет трубку? Нет. Вот ты вроде бы умный парень, Артем, а дурак. Тебе надо было остаться с нею. Мент мог надавить на нее, заморочить голову. А кто знает, что она ему сказала и как он это использует? Да я сам не хочу на нее давить. Она сомневается насчет свадьбы. Только рот откроет, тут же меняет тему. А может быть, она не в свадьбе сомневается, а насчет тебя? Я делаю все возможное, чтобы она не сомневалась. Даже к Марковичу отвез, чтобы он помог ей получить сведения о родителях. Да? И что, Горштейн? Пообещал подготовить обращение в суд, но сказал, что это займет время. Не меньше года, по-моему. С вами куда полезнее дружить, чем воевать. Волнуется? Перезвоню. Не особо верю во всю эту историю с удочерением. Дело старое, поэтому не успели оцифровать. Я вам сделала копию. Да, вы правы, вас действительно удочерили. Ваших биологических родителей звали Борис и Лариса Трошины. Может быть, на улице посмотрите? Мне домой надо. Да, конечно, спасибо вам. Спасибо. До свидания. Выходит, Лев действительно хотел рассказать мне правду. Но кто-то был очень против. А вы никому не рассказывали о записке, прежде чем поехать навстречу? Артем. Еще Островской. Моему психологу. Думаете, это Артем зачем-то ему? Не знаю. Но если это он, то обязательно выясню. Извините, надо ехать. Спасибо вам большое за помощь. Если бы не вы, я бы еще долго не узнала, кем были мои родители. Ерунда. К тому же это относится к делу. Вот, возьмите. На всякий случай. Я позвоню, чтобы у вас был мой номер. Угу. На всякий случай. До свидания. Марина Владимировна.
Вы только пока своему жениху не рассказывайте о нашем разговоре. Я не верю, что это он, но я обещаю молчать. Спасибо. Где ты так долго была? Чего ты здесь? Мы же договорились завтра встретиться. Договорились. Но ты не брала трубку, я переживал. Прости, была занята. Следователем? Мне кажется, ли ты ревнуешь? Может, и ревную. У вас же с ним какое-то общее прошлое. Тебе не о чем волноваться. Мы пересекались по работе. А можно поподробней? Это длинная история. А я не спешу. Я вела расследование по одному застройщику. Там незаконная вырубка леса и дача взяток. Я собиралась публиковать материал, а его бац, и убивают. Там были враги среди конкурентов. В общем, моя статья теряет актуальность, появляются новые вводные, я не в материале. А следователем по этому делу назначают Волчка. Здрасте, я к Волчку. А вы договаривались? Сергей Николаевич всегда рад меня видеть. Простите, но без предварительной записи я вас пропустить не могу. Серега, тебя Епишев искал. Ага, нашел уже. Сергей, несколько вопросов по делу Самусева. Вы кого-нибудь подозреваете? Это было заказное убийство? Тайна следствия. Никаких вопросов. Думаете, вам хватит профессионализма расследовать это убийство? Вы еще слишком молоды. По моей информации, заказчики этого убийства серьезные, очень влиятельные люди. А вы не беспокойтесь о моем профессионализме. О своем лучше подумайте. Бегайте за мной, везде свой нос суете. Если у вас есть какие-то сведения о заказчиках, вон, пишите заявление, мы рассмотрим. А если нет, не путайтесь под ногами. Из-за таких людей, как вы, преступники остаются на свободе. Вы умышленно все утрируете. Я не утрирую. Это вы своей башкой не думаете, когда свои эти писульки строчите. Ну, конечно, для вас главный рейтинг, шумиха, или как там это у вас называется? Лайки, репосты, журношлюхи. Шлюхи? Смешно. Как хочешься. Самый принципиальный мент, которого я встречала. С другим, как правило, легко договориться. Ну так а чем закончилась история? Для меня ничем. Статья так не вышла. Для него отец узнал о конфликте, прилетело всему управлению. Волочка даже в должности понизили. Он до сих пор думает, что это я. А это не ты? Нет, конечно. Зачем мне это? Да. Что-что, отцу так и никогда не жаловалась. Так а что он сегодня хотел? Да так. Еще раз решила все уточнить. Насколько я приехала в дом, не видела ли кого-то подозрительного. Ты кофе будешь? Туц-туц-туц-туц. Там. Куда собрался? Конец рабочего дня, домой. Еще успеешь, садись. Так, мне нужно, чтобы ты пробил номера срочно. 31-20. Реально уволюсь. Никакой личной жизни с вашими пробей, нарой, почеши. Щука, твоя личная жизнь – это компьютеры, смартфоны и прочая электроника. А тебе нужна девчонка. Как и тебе, кто бы говорил? По поводу Леви что? Нарыл что-то? Леви. Счетов в банках нет, недвижка не числится, но кое-что очень интересненькое по его жене есть. А что молчишь? Я как бы говорю. Позволите, продолжу? Позволяю, продолжай. Спасибо. На один из ее счетов каждый месяц поступает одна и та же сумма, причем не маленькая.
Первый транш прошел в тот день, когда Леви посадили. Интересно. А ключ не их, я узнавал. Молодец. Угу. Из тебя получится очень хороший следак. Да, если не уволюсь. Волочок на выход. А ты работай. Номера пробей. Номера пробей, работай. Здравствуйте, Михаил Петрович. Здравия желаю, Михаил Петрович. Я желаю. Сделал? Да. Вот тут все, что у него есть. Садись. Товарищ полковник, тут вашу машину пробивают. Откуда поступил запрос? Из Центрального управления полиции. Какие-то проблемы, Михаил Петрович? Работай. По нему вопрос решен. Больше он проблем не доставит. Да я понял. Это дерево, это проверь. Давай быстрее. Успей. История мутная, товарищ полковник. Щука пробила ее счета. Слушай, я не понимаю, Волчок. Вот что с тобой не так? Я же тебя просил. Забудь об этой журналистке, не подходи к ней. Просили. Так какого ты к ней поперся? Я же говорю, вопросы были. Там все не так просто, Николай Федорович. С этой минуты отстраню на дело. Я тебя предупреждал. Все, что нарыл, передашь Горкушин. Вы это серьезно? Серечь его с ним некуда. А если будешь дальше совать нос в это дело, я тебе такой волчий билет организую, Волчок. Тебя даже в ППС не возьмут. Усвоил? Усвоил. Разрешите идти, товарищ полковник? Иди. Ну что у тебя? Мне капец, да. Дело СБУшники взяли. А я тачку полковника пробиваю. Кулич Михаил Петрович. Полковники СБУ слежку за журналистами не устраивают. Для этого у них есть специально обученные люди. Значит, это что-то другое. Держи меня в курсе. Что ты собираешься делать? То же самое, что и делал. Только теперь неофициально. Так, пробей мне все по поводу жены Леви. И про ключ не забудь. Слушай, зачем тебе эта журналистка? От нее одни проблемы. Пусть Горкуша этим занимается. О, привет. А мы как раз про тебя говорили. Привет. Полковник сказал зайти и дело принять. Да, вот, Щука тебе все расскажет. Завтра. Все завтра.
Вот бездельники. Никто из них не пострадал. А выходит, у меня есть брат и сестра. Ты что, еще не ложилась? Совсем заработалась. Мушаев загрузил вчера, на ночь глядя. Лучше бы он тебя в отпуск отправил. Ты только похоронила отца. В чем? Все нормально. Работать сейчас то, что мне нужно. Надо собираться. В офисе. Маша сказала, у вас выходной. А позвонить нельзя было? Или ты про мобильное не слышала? У меня йога сегодня. А у меня не телефон, разговор. Это ваша статья. Я думал, ты в трауре, потому тебя не дергал. Но ты, оказывается, вся в работе. Этой статье 100 лет в обед. Чего ты спрашиваешь? Она о моих родителях. Настоящих родителях. Не понял. Это шутка такая? По мне видно, что я шучу. Серег, привет. Опа, здорово, Димон. Сколько лет, сколько зим? Да, сколько лен, сколько зим. И Дмитрий Александрович попрошу. А еще лучше, майор Фоломеев. Майор. Да, а во время нашей последней встречи ты в Старолее ходил. Да когда это было, Серег? Ты вон, если б не твой скверный характер, давно бы уже майора тоже получил. Если бы. Спасибо. И мне американо, пожалуйста. Угу. Спасибо. Ну, что, давай, рассказывай, что у тебя там за разговор такой, что по телефону никак. Хотел узнать по поводу одного вашего сотрудника. Полковник Кулич. Знаешь такого? Конечно, знаю. Его все знают. Полкан с именем, орденами. А чего спрашиваешь? Да так. Одна моя знакомая с ним кое-какие дела имеет. Попросила узнать. Что можешь о нем рассказать? Мужик жесткий, волевой. Подчиненным спуску не дает. Я же говорю, с именем. Там все серьезно. Понятно.
Серег, ты, если к нему сам какие вопросы имеешь, будь осторожней. С такими, как Кулич, лучше не связываться. Он чувствительный очень. В смысле? Судьба у него непростая. 4 года назад жена с дочкой в аварию попали. Интересно. Знаешь, а ты и правда на Ларису похожа. Да. Причем не только внешне. Такая же талантливая и упертая. Мы работали вместе. Правда? Угу. Написано, что она была журналистом, но я не нашла ни одной статьи с ее именем. Ну, так она под псевдонимом печаталась. Лара Райт. Вот где образец журналиста. Она нам всем такую высокую планку задавала. Что ты? Если бы не эта трагедия, точно однажды бы Пулитцеровскую премию получила. Сейчас. Смотри-ка. Вот это она в редакции среди ребят. А здесь она на 9-м месяце. Беременна твоим братом. На 9-м месяце была, а работу не бросала. Вот так. Вы знаете, в какой интернат их отправили? Будешь их искать? Конечно. Они же теперь моя единственная родня. Это чудо, что мы выжили в том пожаре. Жаль, что мама с папой погибли. Да. Сомневаюсь я, что погибли они случайно. Что вы имеете в виду? Вы прям как шпион. Почти. Я журналист. Ну и где этот обещанный звонок? Здрасте. Здрасте. А Марина Владимировна дома? Мам, что тут? Медом намазано. Что вам от нее нужно? Появились новые сведения по расследованию. Хочу у нее кое-что уточнить. А что за сведения? Не могу сказать, тайны следствия. Так что, она дома? Нет, ее нет. Тогда скажите, пожалуйста, ее номер телефона. По-моему, я ясно дал понять в прошлый раз. Все вопросы к Марине через повестку и в присутствии адвоката. Иначе проблема вам гарантирована. Звучит доходчиво. Доходчивее некуда. Еще один вопрос. А где вы были в ночь убийства Андрея Леви? Ты че, мент? Совсем охренел? Ну, пошел вон отсюда. Это Марина. О, здрасте. Я ждал вашего звонка. Ну, не то чтобы ждал. Ну, вы в смысле обещали набрать на всякий случай. Так вот, этот случай настал. Мне нужно с вами кое-что обсудить. Простите, совсем вылетело из головы. Мне тоже нужно с вами кое-что обсудить. Может, встретимся в парке через 20 минут? У фонтана? Хорошо. До встречи. Да, до встречи. Сергей, подождите. Это мой номер, запишите, пожалуйста. Да, уже понял. Запишу сейчас. Все, через 20 минут у фонтана. Угу.
Простите его за грубость. Артем иногда бывает чересчур вспыльчив. Все нормально. Только я думал, он уже сообщил о моем визите. Видимо, не успел. О чем вы хотели поговорить? Вам знакома фамилия Кулич? Кулич. Вроде да. А, точно. Полковник СБУ. Я писала о нем статью. Когда-то. Ну, вернее, трагедия в его семье. Авария. Жена насмерть, а дочь... Я даже не знаю, жива ли она. Врачи не верят, что она выйдет из комы. Почему вы спрашиваете? Он следит за вами. Я видел его машину возле вашего дома. Интересно. Что-то мне нужно из СБУ. Не знаю, может, это как-то связано с убийством Леви и вашим удочерением. А может, и не связано. А вы о чем со мной хотели поговорить? Мой начальник, Геннадий Мушаев, он дружил с моей мамой. Она приходила к нему накануне пожара и рассказывала о проблемах отца. Он связался с какими-то бандитами, мама об этом узнала, а через неделю они погибли в пожаре. Ну а что за бандиты, знаете? В 90-х их было много. Этого он не сказал. Но он тут же начал расследование по этому делу, но к нему заявились братки и стали угрожать семье. Ему пришлось все прикрыть. Я загляну в архив, если это уголовка, то дело должно остаться. И еще. У меня есть брат и сестра. Старшая Маша и младший Саша. Нас отправили в интернат сразу же после пожара. Мы их найдем. Да. Серега, есть предположение, где может быть жена Леви. Ее сестра живет в 2 часах езды отсюда. Отлично, присылай адрес. Что? Надо поехать в одно интересное место. Поехали. Похоже, это здесь. Эй, есть кто живой? Мы ничего не покупаем. Следователь Волчок, Центральное управление полиции. Мы ищем Тамару Леви. Это ваша сестра? Ну, сестра и что? Я ее уже 3 месяца не видел. А где она может быть? Несколько дней назад нашли тело ее мужа, Андрея Леви. Мы бы хотели задать ей пару вопросов. Здесь ее нет. Вряд ли я могу вам помочь. Вы уходите, не надо тут стоять. Мы здесь. Видели, как она отреагировала на смерть Леви? Никак, значит, для нее это не новость. Куда? Я все скажу! Это все ты! Это все ты виновата! Это ты виновата! Твой этот Николаев, если бы не вы! Андрей уже был бы жив! Тише! Тише! Успокойтесь! Тамара, успокойтесь! Мы сами хотим найти настоящих убийц вашего мужа. Это Андрюша. А почему вы сказали, что в его смерти виновата Марина? Это было его последнее дело. Я видела вашу фотографию у него в бумагах. Еще спросила, кто это. Он ответил: дочь начальника. Потом, правда, сразу поправился. Приемная. Начальника? То есть ваш муж не шантажировал Николаева? Он на него работал. Неофициально. Выполнял разные поручения. Какие поручения? Я не знаю, я не лезла. А деньги, которые поступали к вам на счет, это оплата за работу? Сначала это была компенсация за то, что сел. Потом оплата за работу. В каком смысле компенсация? За то, что Николаев его посадил? Посадил? Он его спас. Тамара, пожалуйста,
расскажите мне все, что вы знаете. И поподробнее. Андрей Николаевич не был святым и до того, как убил человека. Он был повязан с бандитами, собственно, как его подозреваемый Сундуков. Сундуков украл деньги у своих начальников. Андрей должен был узнать, где он, найти их. Сундукова поймали. Вызвали Андрея. Он его пытал. И старался. Информация о деньгах сгинула вместе с задержанным. Бандиты стали требовать денег у Андрея, но там была настолько огромная сумма. У нас в жизни такой не было. И его решили убить. Если бы не ваш отец, он решил вопрос. Андрею дали срок максимальный за такой проступок. Подождите. Если Николаев решил конфликт и спас жизнь вашего мужа, почему он отправлял деньги? Может быть, Андрей узнал, где деньги. Рассказал генералу. А тот ему платил, чтобы он молчал. Посадил в тюрьму, чтобы до Андрея не добрались. Я не знаю. Я ничего не знаю. Мы нашли этот ключ в руках у вашего мужа. Не знаете, от чего он? Здрасте. Думала, папа? Да. Нет, Сашка, папа в командировке будет не скоро. Оля, пойдем. Видишь, у мамы гости. Может, вам чай или кофе? Нет, спасибо. Я не знаю, как ей рассказать. Она его так ждет. Последний вопрос. Вы очень быстро уехали из дома. Вам угрожали? Заявился один. Махал пистолетом. Стал копаться в вещах Андрея. Я говорю, муж скоро вернется. А он говорит, больше не вернется. Меня хотел убить. Малая помешала. Он ее увидел сонную и говорит, бегите. Бегите и не возвращайтесь. Это он? Встретиться. Дело есть. Ну что столпились-то? Дышать нечем. Виснут и виснут. А где конь? Жулик, верни коня. Коня верни. Четверть века на пенсии, привычка всех строить, так и осталась. Этим шулерам дисциплину, так и строить бы не пришлось никого. Ладно, дальше без меня. Что же у тебя за важное дело такое, что ты прям пулей примчался? Отойдем, сядем, поговорим. Пошли. Я хоть и старый, а память при мне. Дело Трошиных, будь оно неладно, последнее в моей звездной карьере. А ты почему спрашиваешь? Одна из дочерей объявилась. Помогаю прояснить картину их гибели. А что там прояснять? И дело, можно сказать, не было.
несчастный случай. Ну, официальную версию я знаю. Меня твое мнение интересует. Когда я последний раз озвучил свое мнение, мне тут же предложили на выход. Значит, думаешь, их убили? Нет, не думаю. Уверен. Я тогда сразу понял, что-то тут не так. В таком дворце и проблемы с проводкой. А тут еще экспертиза чуть ли не задним числом подоспел. Так, Степаныч, ты не возражаешь, если я вот это все буду записывать? Пиши. Неужели Николаев связался с бандитами? Если Лейб на него работал, тогда почему он решил рассказать мне всю правду? Чтобы досолить ему? Ну, может быть, генерал тоже хотел рассказать, но не успел. Какая связь между Николаевым и Куличем? Каким боком он здесь? Кто знает. А может быть, версия Тамары рабочая. Леви узнал, где деньги, об этом узнал и Кулич. Думаете, они в ячейке? Все может быть. Кулич узнал, где деньги, решил их забрать себе, пытал Леви, а вы оказались там случайно. Кулича нужно арестовать и допросить. Я уверена, что он расскажет много всего интересного. Да, было бы здорово. Но у нас нет основания для ареста человека такого калибра. Полковника СБУ. Если дочь Кулича жива и все еще в коме, ее содержание – дорогое удовольствие. А это мотив. Помните, что сказала Тамара? Когда он увидел ее дочь, он не стал их убивать. То есть эта девочка сработала для него как триггер. А из вас получился бы неплохой следователь. А из нас неплохая команда. Куда дальше? Ну, а где у нас лежат коматозники? Надо это срочно выяснить. Да, Тём, что-то срочное? А, да не то чтобы. Время уже. Ты скоро? Еще занята. Все хорошо? В порядке. Жду тебя. Ну, я буду через час, полтора, не раньше. Точно все хорошо? Меня никто не искал? Да вроде нет. Все тихо. Понятно. Марина, пойдемте, закроются. Ты там с кем? Ни с кем. Все, давай, пока, до вечера. Ну, там все нормально, я не успокоюсь. Девочка чуть старше ребенка Леи. Значит, на момент аварии было столько же. Ну, теперь понятно, почему Кулич их не убил. Они даже чем-то похожи. Извините, а вы родственники кого-то из пациентов? Здрасте. Вы лечащий врач Софья Кулич? Да. Нас интересует ее состояние. А что случилось? Вы не волнуйтесь, мы друзья отца Сони, Михаил Петрович. Понятно. Ну, что вам сказать, девочка в глубокой коме, и шанса выйти из нее, ну, почти нет. Почти, то есть шанс все-таки есть. Один из тысячи, разве это шанс? Но Михаил Петрович 4 года за него только и держится. Такие деньги укладывает. Хорошо, вот фонд нашел. Какой фонд? Название помните? Это конфиденциальная информация. Но вы можете спросить Михаила Петровича. Вы же друзья? Да, конечно. Спасибо вам. Спасибо. Алло,
Петрович, Даманский беспокоит. Сегодня был продуктивный день. Надо теперь переварить этот объем информации. Я проверю в архиве дело о пожаре. И попробую отыскать ваших брата и сестру. Это будет непросто. У них наверняка другие фамилии. Разберемся. Спасибо вам. Я рада, что вы решили расследовать это дело со мной. Я тоже. И давайте перейдем на «ты». Давай. Ну ладно, на связи? На связи. Спасибо большое за сюрприз. Но он был готов еще 3 часа назад. Прости, что опоздала. А в честь чего банкет? А разве нужен повод, чтобы сделать свои любимые приятные? Ну, приятно можно делать по-разному. Говорить правду, например. Это ты о чем? Почему ты мне не сказала, что ко мне приходил следователь? Значит, с тобой и правда был он. Что же он хотел? Ты не ответил на вопрос. Слушай, меня бесит, что он лезет к тебе со своими расспросами об этом убийстве. Ты-то тут при чем? А ты? В смысле? Кому ты говорил о записке? Это он тебя накрутил? Ты думаешь, это я убил того мужика? Ты не ответил на вопрос. Я никому ничего не рассказывал. Я никого не убивал. Как ты вообще могла такое подумать? Действительно, это удивительное совпадение. Только я рассказала тебе записки, как Леви тут же убили. Ты мне не веришь? Я думаю, тебе пора. Серьезно? Что за бред? Я очень серьезно, Артем. Это не бред. Какая ты красивая. Прям настоящая принцесса. Как бы мне хотелось доченьку. Не волнуйся. Будет и у вас своя принцесса. Обязательно. Вот увидите. Ну как вы тут? Соскучились? Смотри, кто пришел, Мариш. Иди ко мне, моя хорошая. Вот так. Молодец. Скучала без папы? А что, играла в куклы? Да. У меня вообще-то сегодня отгул. И если бы не ты, я бы сидел дома, пил кофеечек и писал обзор на новую стрелялку Legend Games. Если бы не я, Щука, ты бы давно уже сидел за кибертерроризм. Писал бы маме письма на волю. Так что давай ищи. Ладно, извини. Все нормально. Нашел что-нибудь? Все проверили, пусто. Может, и вправду несчастный случай? Или дело замяли.
Что по поводу ключа? Есть что-то? Да и вряд ли будет. Все эти ключи однотипные. И узнать, из какого конкретно он банка, практически невозможно. И вообще не факт, что он из банка. Мало ли, где эта ячейка может быть установлена. А можешь узнать, из какого фонда перечисляют деньги на лечение пациента? Нужно взломать бухгалтерию больницы. Значит, не можешь. Придется тогда кого-то другого искать. Что значит другого? Что значит не смогу? Смогу, просто мне надо больше вводных и время. Вот с этого надо было начинать. Еще... А, вот и где. Давай за мной, Волчок. Иду. Быстро. Бегу. Дождись меня, я тебе дам вводные. А пока все эти папки сдай обратно в архив. Ты серьезно? Очень серьезно. Офигеть. Ваш тот срочный, Николай Федорович. Я просто дико занят. Чем занят? Беготнёй за Николаевой? Или попытками доставать Крестовского? Может, надо меньше по больницам шастать? Ты что творишь, Волчок? Я ж тебя отстранил. А кто вам об этом докладывает, товарищ полковник? Неужели лично Крестовский? А тебя-то не должно волновать. Докладывают и докладывают. Устал я уже с тобой нянчиться, старлей. Вот, будь ты меня уже. Простите за бестактный вопрос. А что вас связывает с Крестовским? Ты совсем страх потерял? Ты на что намекаешь, щенок? Вон отсюда! И чтобы рапорт лежал у меня на столе! Вон, я сказал! Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. У вас все в порядке? Вы вчера пропустили сеанс. Простите, вылетело из головы. Весь день как белка в колесе. Жаль, конечно, что не предупредили. Ко мне люди просились. А как ваши поиски? Надеюсь, вы забросили это пагубное дело. Почему пагубное? Я узнала имена моих настоящих родителей. Правда, их давно уже нет в живых, но... Теперь я знаю правду о своем происхождении. Что вы говорите? Не терпится услышать подробности. Кем они были? Вы знаете, я занята. Давайте поговорим на сеансе. Да, 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 конечно. Да, Геннадий Степанович, что-то случилось? В общем, так. Я выяснил, с какой ОПГ связался твой отец. Да ладно, как? Какая разница как, ты не перебивай. Это его одноклассники втянули. Какие одноклассники, вы знаете? Ну, конечно, знаю. Слушай, что ты за человек? Ты же сказать не даешь. Продолжайте. Ну, в общем... Слушай, это не телефонный разговор. Давай так, когда освободишься, приезжай ко мне, я тебя жду. Хорошо, я постараюсь быстрее. Да, договорились. Извини, мне надо идти, ко мне кто-то пришел. Здрасте. Вы, наверное, дверью ошиблись? Да нет. Я по адресу.
Марина узнала, кто были ее настоящие родители. Хорошо. Я поняла. Долго еще этот мент будет под ногами путаться? Его уволили. Больше он проблем не доставит. А до этого его отстранили, но это не помогло. Сомневаюсь, что и сейчас поможет. Я хочу, чтобы он отвалил. Достал уже. Лезет со своими расспросами. Накручивает ее. Меня вообще никак не воспринимает. Ну, а от меня что вы хотите, Артем Эдуардович? Не знаю. Надави на него. Присани его хорошенько так, чтобы дорогу к ней забыл. А если это не поможет? Избавься. Деньги не проблема. Я подумаю. А сейчас, извините, мне нужно к дочери. Жду твоего звонка. Не затягивай. Изучил материалы, к заключению Волочка добавить нечего. Действовал явно профессионал. Ни улик, ни камер, ни свидетелей. Боюсь, у нас появился очередной глухарь, товарищ полковник. Волочок все к делу подшил? Так точно, все в папке. Ну, значит так, у тебя есть 2 дня, чтобы найти убийцу. Мне не интересует, как, но дело должно быть закрыто. Надеюсь, ты меня понимаешь? Так точно, Николай Федорович. Я тут подумал, Леви-то у нас бывший мент. Наверняка у него на зоне были проблемы. Не исключено, что его на воле достали бывшие сокамерники. Вот. Отличная версия, ее и проработаем. Все, свободны. Дело-то возьми. Да. Щука, подожди. Подними информацию о заключенных, выясни, кто вышел из колонии Люби за прошедший год. И проверь все его переписки в соцсетях и в почте. Я же уже проверил, все отчеты подшиты. Ну, проверь еще раз и запроси билинки его звонков. Окей, сделаю. Ты куда? Съезжу на Вишневую, прошу соседей. Вдруг Волчок что-то упустил. Может, получится притянуть бытовуху. Держи. Спасибо. Это копия старого дела Леви. Угу. И все, что у нас есть на мужика, которого он убил. Некий Валерий Сундуков. Угу. А, часто привлекали, поэтому на него целое досье. Это хорошо. А по поводу фонда новости есть? Нет. Удивительно, что у этой больничной бухгалтерии очень крутая защита. Да ты что? Угу. Так ты давай, Щука, работай. Я в тебя верю. Угу. Что там Горкушин? Нарушил что-нибудь? А как же? Ты типа не знаешь Горкушу. Но Епишев дал ему 2 дня, чтобы тот нашел козла отпущения. За статистику переживает. Ну, я думаю, дело совсем не в статистике. В смысле? А в чем еще? Неважно. Давай, иди работай. А, слушай, а ты как? Рапорт подал? Пока нет. Подождет, товарищ полковник. Угу. Беги. Так. Thank you.
Геннадий Степанович! Геннадий Степанович, откройте! Геннадий Степанович, вы меня слышите? Алло. Сережа, мне срочно нужна твоя помощь. Что случилось? Мой начальник пропал. Я только что была у него под дверью, но он не открывает. И на звонки не отвечает, хотя я слышала его мобильный в квартире. Марина, ну почему сразу пропал? Может, телефон оставил и вышел, всякое бывает. На работу звонила? Звонила, сегодня не появлялся. Всех соседей обошла, его никто не видел. Простите, вы Геннадия Степановича из 98-й не видели? Нет, не видела. Я думаю, с ним что-то случилось. Он позвонил сегодня утром и сказал, что нашел кое-что важное по делу моих родителей. Попросил срочно приехать. Марина, успокойся. Я уверен, найдется твой Геннадий Степанович. А тебе самой надо затаиться. Дело набирает оборот, становится непредсказуемым. Я не собираюсь ни от кого прятаться. Я должна во всем разобраться, ты меня понимаешь? Я должна. Ты можешь приехать? Нет. Да, могу, но не сейчас. У меня очень важная встреча. Давайте позже позвоню. Пожалуйста, будь аккуратной. Привет. Привет. Кофе будешь? Да нет, спасибо. Только я ненадолго, Серега. Дело выше крыши. Это полиция. Я хочу заявить об убийстве. У меня есть все основания полагать, что Кулич замешан в заговоре. Даже больше скажу. Я на 99,9% уверен, что это именно он убил Леви. Тише. Тише, Серега. Ты чего разорался? У тебя есть доказательства? Пока только косвенные. Жена Леви сказала, что он приезжал к ним в ночь убийства, что-то искал и приказал им с дочкой уехать. Свидетели? Видео с камер наблюдения? Нет. 12-летняя дочь. Ну, тогда пока это просто слова. Я знаю. Но я найду доказательства. И еще в сговоре, кроме Кулича, замешаны Артем Крестовский и Епиш. Так, Серега, остановись. Давай ты сначала найдешь доказательства, а потом будешь обвинять двух именитых полковников и влиятельного бизнесмена. А пока этого разговора не было. Все, я погнал. Еще одна. Не в службу, а в дружбу. Пробею себя по каналам Бориса Трошина на предмет его связи с ОПГ и с Николаевым. Пробью, пробью. Куда от тебя денешься? Здрасте, это я вызывала. Здрасте. Ну, где у вас здесь убийство? Вот. Закрыто, надо выбивать. Это ваша квартира? Моего начальника, Геннадия Мушаева. Я подозреваю, что его могли убить. Подозреваете? То есть это не точно. Но вы же понимаете, что за ложный вызов вам светит штраф. Он не ложный. Геннадий Степанович, главный редактор независимого интернет-издания. Он вел опасное расследование. Мы договорились встретиться, но я не могу к нему ни дозвониться, ни достучаться. Макс, вызывай лифт. Здравствуйте, меня зовут Марина Николаева, и я журналист. Сейчас я вам покажу то, что называется полицейским беспределом. Сотрудники полиции, которых я вызвала на возможное место преступления, отказываются выполнять свои прямые обязанности. Я считаю, что этих героев страна должна знать в лицо. Вот они. Уважаемая, выключите камеру. Хватит пороть горячку. Может, ваш начальник уехал куда-то, а может, напился и уснул там. Он уже 10 лет крепче кофе ничего не пьет. И он не мог уехать, мы договорились, так что выбивайте дверь. Иначе я прославлю вас на весь интернет. И я не думаю, что вашему начальнику это понравится. Серега, остановись. Давай ты сначала найдешь доказательства, а потом будешь обвинять двух именитых полковников и влиятельного бизнесмена.
Лиз. Здрасте. Молодец, что без истерик. А взрослым. Если где потребуется, готов дать рекомендации. Не чужие ведь. Спасибо, я обойдусь. Ты все дела закрыл? Никаких хвостов не оставил? Не волнуйтесь, Николай Федорович. Ничего не оставил. Хотя нет. Забыл. Спасибо, что напомнили. Забыл приобщить к делу. Нашли при вскрытии в пищеводе Леви. Видимо, убийца его искал. Что значит за... Забегался, товарищ полковник, с кем не бывает. Пойду найду Горкушу. Стой. Давай я сам передам. Вот теперь точно все. До свидания. Привет. Надо встретиться. Важно, важно. Для тебя в первую очередь. Извините, но я должен задать вам несколько вопросов. Как хорошо вы знали жертву? Достаточно. Он мне был как отец. Загляните, это его почерк. Нет, он не мог. Так его или нет? Его, но он это не писал, его заставили. Мне правда жаль, но факты говорят об обратном. Пошел. Волчок, на минуту дело есть. Какое дело? Это ты ее накрутил? Ты ей внушил, что это я убил того мужика? Во-первых, я никого не накручивал. Просто спросил у Марины, кому она рассказала о записке. Не ври мне, мент. Клинья к ней подбиваешь. Что, стокгольмский синдром проснулся после того, как понизили? Какой синдром? Ты понял. Если у вас есть вопросы к Марине, напрямую ей задавайте. Меня в ваши разборки не стоит вмешивать. Не смей к ней подходить, слышишь? А то я тебе голову оторву, урод! По данным правоохранительных органов, мужчина оставил на столе предсмертную записку, в которой пожаловался на работу и попросил никого не винить в своей смерти. Можете совсем выключить? А я напоминаю, пожалуйста, что сегодня в результате суицида скончался... Вас не поймешь, что включить, что переключить. Отвезите меня на институтскую 31. Институтская 31. Это ж в другой стороне. Значит, разворачивайтесь. Добрый день. Волчок у себя? Час назад уехал. Куда? Понятия не имею. Он мне не отчитывается. Ясно. А Николай Федорович на месте? Как вас представить? Марина Николаевна меня знает.
Да-да? Можно? Марина Владимировна, вы неотразимы, впрочем, как обычно. Чем обязан? Я по поводу убийства Мушаева. Примите мои искренние соболезнования. Не представляю, каково он сейчас. Только Владимир Георгиевич ушел. Теперь вот начальник ваш. Только там речь об убийстве не идет. По моей информации, он сам. Он не мог. Я говорила полицейским, он бы так не поступил. Я думаю, его убил полковник Кулич, СБУшник. Да что вы такое говорите, Марина Владимировна? Я знаю Михаила Петровича лично. Это кристально чистой репутации человек. Он следил за мной. Мы с Мушаевым вели общее дело, где замешаны серьезные люди. И Кулич мог выйти на него через меня. Марина Владимировна, я понимаю ваши чувства и предполагаю, что ваша профессия позволяет некую фантазию, креатив, выдумку. Мы так не можем. Мы закон охраняем и опираемся только на факты. Предсмертная записка. Срочная графологическая экспертиза подтвердила, что Мушаев писал ее лично. Ясно. Спасибо, что уделили время. Кстати, вы не знаете, куда уехал Волчок? А он мне больше не докладывает. Уволился Старлей. Как? Ну, как это обычно бывает. По собственному желанию. Распишитесь, нубы. Вы имеете дело со щукой. Ясно, понятно вам? Чего скачешь, как сойдет? По Леве нашел что-то? Да нет. Я... Комп завис. Еле расколдовал. В общем, я пробил интернет-активность Леви. Ничего. В социальных сетях его вообще нет, а на электронке один спам. А по закам что? Тоже пусто. Трое вышли, у всех железные алиби. Один через пару недель снова сел, второй ушел в монахи, а третий умер от цирроза печени месяц назад. У меня глухо. Соседи адекватные, не пьющие, связи с ним никакой. Даже за уши не притянешь. Ну так может, не стоит притягивать? Может, стоит найти реального убийцу? Да найдешь тут. Ладно, я жрать голодный, как собака. Ты как? Да нет, спасибо. Приятного. Его убили, я в этом уверена. Но все вокруг пытаются меня убедить в том, что он сам. Он не мог сам. Он слишком любил жить, чтобы вот так вот взять и поступить. Марина, да иногда самые жизнерадостные и улыбчивые люди испытывают серьезные психологические проблемы. Вы помните, я говорила вам про выгорание? Возможно, это и случилось с вашим начальником. Вы вообще меня слышите? Он еще вчера помогал мне с расследованием. Сказал, что нашел какую-то важную информацию по делу, а сегодня решил отравиться? Что вы заладили? Выгорание, стресс? Вы должны помогать, а не выводить из себя. Марин, я пытаюсь вам помочь. Вы поймите, что все наши проблемы от стресса. Ну, конечно, кто бы сомневался от стресса. Так, все, помощи от вас никакой. Это наша последняя встреча. Марин, ну погодите. Давайте успокоимся. Я обсудим ваши сны. Вы говорили, что родители были знакомы. Я больше ничего не буду с вами обсуждать. Зачем? Во всем же виноват стресс? Марина. Забыла. По-моему, мы зашли в тупик.
она мне больше не верит. Сказала, что это была наша последняя встреча. Да. Перед кем вы отчитываетесь? Что, Артем? Что вы... Да. Алло. Чего ты молчишь? Тебе нечего сказать? Больше не смей ко мне приближаться, урод! А вас? Я обязательно напишу. Пусть люди знают, как вы соблюдаете врачебную тайну. Это ты заказал того мужика? Я только тебе рассказал про записку. Ты что, с ума сошел? Мне что, делать, что ли, больше нечего? Только невинную овечку из себя строить не надо. Это же питбуль твой сделал. Кулич, угадал? Ну и фантазер ты, Артемушка. Прямо крестного отца из меня сделал. Отдохнуть тебе надо. Может, хватит со мной как с пацаном разговаривать? Я взрослый мужик. Я бизнесмен. А ты? Щенок ты обгаженный, а не бизнесмен. И ты запомни раз и навсегда, что ты управляешь моим бизнесом. И если я захочу, завтра же вылетишь к чертовой матери, уяснил? Можешь не утруждаться, я и сам уйду. А ну и катись. Питбуль, говорит, сделал. А это ничего, что ты сам к этому питбулю бегал для того, чтобы он разобрался с этим ментом, которого тебя, бедненького, обидел? Чего думаешь, не узнаю? А ну-ка, заедь ко мне срочно. Хочу себе новый смартфон. Я уже все это понял. Подожди, стоп, подожди. Вот смотри, вот я тебе показываю. Вот видишь, вот это нормальный телефон. Это нормально? Да. А то, что ты не показал этого? Здесь вся инфа, которую я нарыл по фонду. Угу. Самое забавное, знаешь что? Что? Что дочь СБУшника единственная пациентка, которой они оплачивают лечение. В этой больнице? В принципе. Это инвестиционный фонд. Все денежные потоки связаны со строительством, покупкой недвижимости, грузоперевозками. В общем, далекими от медицины сферами. А инвесторами фонда выступает разношерстный бизнес. Угу. Так много интересных персон в совете директоров. Так. А, ну да, кто бы сомневался. Что там? Президент фонда Артем Эдуардович Крестовский. Спасибо, Щук, это очень хорошо поработал. Конечно. Я ж полдня за компом просидел. А ты домой к метро подкинешь? Нет, я еще пока здесь, кое-какие дела есть. Ну, окей, я пойду. А ты слышал про Мушаева? Ну, это этот, который начальник твоей журналистки. Нет, а что с ним? Утром отравился. Ну, я понял, Миш, понял. А как дочка? Деньги приходят вовремя, без задержек. Так, все хорошо. Эдуард Николаевич, спасибо большое. А ты в курсе, что Николаева узнала, кем были ее родители? В курсе. А почему это я узнаю не от тебя? Имена – это все, что ей известно. А как они погибли и при каких обстоятельствах, она не знает. Миша. Давай будем придерживаться условий нашего уговора. Я даю тебе поручения. Ты их выполняешь и докладываешь о результатах. А я оплачиваю лечение твоей дочери. Я понял. Ну вот и славненько. Засветилась наша психологиня. Теперь тебе придется одному приглядывать за девчонкой. Можешь с ней разобраться, пока не поздно. Я смотрю, она не из тех, кто сдается. Есть какие-то проблемы? Садись. Да не то чтобы. Она не верит в самоубийство Мушаева. Доказывает всем, что его заставили наглотаться таблеток. И? Нам надо переживать? Да нет, я все сделал четко, не подкопаешься.
Ну так следи за ней, и не будет никаких проблем. А с ментом как быть? Его уволили, а он не унимается. С ним, пожалуй, разберись. Только красиво, аккуратненько, как ты умеешь. Есть еще что-то, что мне следует знать? Ключ от ячейки нашелся. Сейчас в Епишево, сегодня вечером встречаемся. Ой, хоть что-то хорошее. Полковнику за труды. Будь здоров, Миш. Спасибо вам. Почти. Я журналист. Алло, такси? Машина на Южную, 26. Поскорее. Давай к девушке. Цепится, уже не отпустит. И не таких видели. Надеюсь, ты не собираешься его. Парень хоть твердый, долговый, поступает по совести. Thank you.
Майор Фоломеев, мы так с тобой часто со времен института не общались. Чем порадуешь? Радовать тебя жена будущая будет. А я по делу. Твоему, между прочим. В общем, поспрашивал я про Трошина и его связи. Знаешь, интересный был персонаж. В бизнес пришел в конце 80-х. Занимался ремонтами и строительством коттеджей. Дела вел открыто, налоги платил вовремя. Ну, от того и доходы были так себе. Но потом стал расти. То ли удача подвернулась, то ли знакомые. Что касается Николаева, то, ну, не знаю, насколько близко, но они дружили. А познакомила их Вероника Николаева, жена генерала и по совместительству одноклассница Бориса. Возвращаясь к бизнесу Трошина и внезапному его расцвету, есть подозрение, что он отмывал деньги ОПГ. Оттого и бизнес пошел в гору. Но делалось там все так, что не подкопаешься. Отсюда и мнения разнятся. ОПГ этим руководил Сундуков Валерий Павлович по кличке Сундук. Подожди, подожди. Как говоришь, Сундуков? Именно. Ныне покойный, его твой Леви завалил. Но по нашим данным он был так, для отвода глаз. Реальными же делами там заправлял бизнесмен по кличке Крест. Ну или как его теперь принято называть? Крестовский Эдуард Николаевич. Подтвердить данную версию не получится. Все осталось на уровне слухов и трёпа свидетелей. Но если это так, я тогда снимаю перед Крестовским шляпу. Круто все у него было организовано. Спасибо, Димон. С меня причитается. Да ладно тебе, скажешь тоже. Ты будь поосторожней. Я не знаю, во что ты там ввязываешься, но, судя по персоналиям, дело очень серьезное. Ой, да ладно тебе, что со мной может произойти? Да, кстати, я тебе сейчас одно видео скинул, а через какое-то время еще кое-что. Это как раз к вопросу о доказательствах. Договорились. Все, жду. Давай, пока. Так, значит, вы у самого Крестовского деньги украли, Валерий Павлович. Привет. Здравия желаю, товарищ полковник. Чего ты такой неугомонный? Сидел бы дома, пивко перед телевизором попивал. Так я не пьющий. У меня работа пьянит. Насколько я знаю, ты теперь безработный. Благодаря вам или вашему работодателю, Эдуарду Николаевичу. Ну, я понимаю, тяжело на один оклад оплачивать лечение дочери. Ты все сказал? Еще нет. Что ж вы так топор на Леви-то убили? Выстрелом в голову. Могли бы что-нибудь поинтереснее придумать. Да, мог бы, если бы не твоя подруга-журналистка. Где ты их спрятал?
не заставляй меня тебя убивать. Говори. Напугал, езжал голым задом. Можешь пытать меня сколько хочешь. Один черт ничего не скажу. Шутить надумал? Где они? Все, полковник. Окончились попытки. Эта дура послушала психолога и Крестовского-младшего, то Леви скончался бы от несчастного случая. А так, столько бессмысленных смертей. Мушаев, ты. Назад дороги не будет, товарищ полковник. А ее вообще нет. Детей в детский дом занимался Николаев Ингерштейн. Зачетно порысачили, а? Не зря ты полторашку отсвинявил. Тачка, огонь. Сейчас спойлер влеплю, вообще пушка будет. Ага. Ай, Чишка-чан, 5 сек. Я отойду в ателье, а то Пивчанский просит наружу. Давай. Слышь, Качан, иди сюда. Че там? Тут же бур. Валим отсюда. А то его на нас повесит. Звоню в полицию. Давай. Марин, подожди. У меня нет ни малейшего желания с тобой разговаривать. Слушай, мы с пеленок знакомы. Может, все-таки дашь сказать? У тебя 5 минут. Я не убивал Леви, но, скорее всего, имею к этому отношение. Что ты имеешь в виду? Я соврал, что никому не рассказывал о записке. Отец знал. Мы обсуждали это на поминках Георгиевича. Ты думаешь, он это сделал? Я не знаю. Он поднялся в 90-х, так что теоретически он мог его заказать. Но только зачем ему это? Не хотел, чтобы я узнала правду о своих родителях. Узнала и узнала. Ему-то что? Какой смысл убивать человека? Не хотел, чтобы узнали правду о нем. Что? Я подозреваю, что твой отец убил моих родителей. Что за бред? Не может быть. Да, у меня пока нет доказательств, но я обязательно во всем разберусь. Прости, надо бежать. Ты куда? Хочу встретиться с одним человеком, который может рассказать много всего интересного. Давай я тебя подвезу и буду рядом. Не надо. Это не обсуждается. Если все, что ты говоришь, правда, я должен быть рядом. Тёма. Я не хочу, чтобы с тобой что-то произошло. Мне надо тебе сказать. Мы не можем быть вместе. Мы знаем друг друга с детства. Я очень сильно тебя люблю, но только как друга. Прости. А как же наша свадьба? Ты же согласилась за меня выйти. Не хотела расстраивать отца. Об этой свадьбе мечтал ты, наши родители, не я. Прости, пожалуйста, что я добыла тебе надежду.
надеюсь, ты будешь счастлив. И не забудьте повторить к завтрашнему зачету предмет, метод и принципы коммерческого права. Особое внимание буду уделять именно этим вопросам, чтобы знали все на зубок. Мариночка Владимировна, любите же вы устраивать сюрпризы. А я как раз собирался вам позвонить. Я разузнал о регламенте подачи заявления. Там больше нет необходимости, Евгений Маркович. Я узнала, кто были мои настоящие родители. Ну что? Так здорово. Здорово. Поздравляю. Ну что ж, если мой скромный опыт вам больше не нужен, разрешите откланяться. Работа. А что вам известно о смерти Бориса и Ларисы Трошиных? Мне? Да я знать их не знаю. Вы что-то путаете? Простите, я охотно бы пообщался, но студенты разбегутся. У меня следующая лекция. Про их детей вы тоже ничего не слышали? Какой интернат вы их сдали? Я понятия не имею, о чем вы говорите. А сейчас, извините, я должен готовиться к занятиям. Когда я докопаюсь до правды, вы с Крестовским больше не отвертитесь. Привет, старший лейтенант. Живучий-то, однако. Говорил же я тебе, осторожней. Как я здесь оказался? Как? Тебя гопники за гаражами нашли. Повезло, что скорую вызвали, а не слиняли. Врачи вон вообще говорят, что в рубашке родился. Пуля застрял внутри перикарда. Где? Где? Как бы тебе это объяснить? В общем, это такое узкое пространство между сердцем и тонкой защитной мембраной. Прикинь? Я говорил, что ничего со мной не будет. Не судьба мне еще пока умереть. Да. Да, точнее не скажешь. Ты видел, кто стрелял? Кулич. Надо запросить баллистическую экспертизу. Пусть сравнят пулю, вытащенную из меня и из Леви. Уверен, они из одного оружия. Кулич сам во всем признался. Ты его записал? Он меня врасплох застал. Ну, баллистическую экспертизу я уже запросил. Вот только с обвинениями могут возникнуть вопросы. Слово уволенного полицейского, который постоянно игнорирует приказ начальства, против слова звездного полковника СБУ. Сам понимаешь, силы не равны. Гильзу-то нашли? Нет. Он их
предусмотрительно забирает с собой. Понятно. Ну, ты не отчаивайся, Серег. Что-то придумаем, обещаю. А пока давай, отдыхай, набирайся сил. Тебе нужно выздороветь. В управлении знают, что я выжил? Нет. Никто не знает. Я приказал всем молчать. Надо рассказать. А еще по возможности нагнать прессу. Есть у меня на этот счет кое-какие мыслишки. Давай, давай, выкладывай. Получилось не так аккуратно, как хотелось. Но никто подкопаться не сможет, я все подчистил. Смотри, как возьмут за жабры. Следак давно тебя срисовал. А вдруг кому рассказал? У него на меня ничего нет. А если я рассказал, то только девчонке Епишеву. Епишев свой не проболтается, а за Николаевой следи. Ух, упертая, вся в мать. Она сегодня к Горштейну приезжал. Вот как? А он мне не перезванивал. Судя по тому, что она почти сразу от него вышла, разговор был короткий. Он не дурак. Знает, что с ним будет, если откроет рот. Ну, ответь, ответь, не стесняйся. Он жив? Миша, ты что творишь? Я предупреждаю, я на такое не подписывался. Я ж тебе нормально просил. Нормально. Да успокойся ты. Мало ли у кого зуб на твоего волчка. Он же как заноза в заднице, сам знаешь. Что врачи говорят, в каком он сейчас состоянии? Да в отключке. А говорят, выживет. Вызывали, товарищ полковник? Вызывал. Подожди. Да. В общем, будет информация, я тебе наберу. Давай. Вызывал, вызывал. Что у тебя по Леве? Ты вообще думаешь дело закрывать? Так я пришел отчитаться. Нашел я убийцу. Прям убийцу? Серьезно? Он уже признание подписал. Николай Федорович, все на мази. На мази, начальник. По тормозам не дам, если наши условия в силе. Он запросил 50 тысяч, но я думаю, это справедливо. А в чем подвох? Да никакого подвоха. Мне не первый раз срок мотать. Лучше я здесь, на казенных харчах, в тепле, чем по паркам. За нее точку морозить, да еще полтошек заработаю. А губача не треснет? Заработает он. Ладно, под твою ответственность. Оформляй, передавай материал в суд. Если ты рот свой поганый откроешь, я тебе сердечный приступ организую. Почистил он все. А вдруг мент выжил и заговорит? Ты понимаешь, что мое имя не должно прозвучать? Не волнуйтесь, Эдуард Николаевич, не заговорит. Пока он в отключке, у меня есть время закончить начатое. Так какого черта ты здесь сидишь? Встреча состоится в Елисейском дворце, где главы двух государств обсудят двусторонние отношения в сфере торговли. Теперь к новостям столиц. Вчера ночью из огнестрельного оружия был ранен экс-сотрудник Центрального управления полиции старший лейтенант Волцов.
Мужчину доставили в городскую больницу, где врачи более 4 часов сражались за его жизнь. На сейчас состояние старшего лейтенанта оценивается как стабильно тяжелое. Кто стрелял в бывшего полицейского и по каким мотивам, пока что остается загадкой. Следственные органы занимаются выяснением обстоятельств случившегося. Девушка, здравствуйте. У вас урна там загорелась. Где? У крыльца перед входом. Чего вы стоите? Тушить надо. У вас тут все сейчас сгорит. Лежит волчок. В 476-й. А вы его кто? Никто. Вызывайте полицию, здесь опасный преступник. Быстрее! Поднимите руки, товарищ полковник. Выше. Покой его. Он сам решил побыть приманкой. А если бы что-то пошло не так? Ну, или Дима не успел бы, ну, или я не знаю. Я уже говорил сегодня, что не суждено мне пока. К тому же Кулича по камерам от самой парковки вели. Да, и взяли с поличным. В общем, ребят, я поехал допрашивать, а ты, Гироль, давай выздоравливай. Спасибо. Я рада, что с тобой все в порядке. Ну, какое в порядке? Это громко сказано. У меня вон дырка в груди. Прости, я... Шучу. Все хорошо. На самом деле все хорошо. Особенно сейчас. А я думала, ты меня бросил. Даже обидеться успела. Можно вопрос? Почему? Не за меня тебя сняли с дела, уволили теперь вот, чуть не убили, а ты все равно мне помогаешь. Я рос в интернате. Знаю, каково это, когда не понимаешь, кто ты, откуда. Про то, что мои родители погибли в аварии, я узнал только, когда поступил в полицию. Поэтому, когда ты рассказал мне свою историю, я решил, что должен помочь тебе во всем разобраться. К тому же ты мне очень понравилась. Первое впечатление бывает обманчивым. Ты мне тоже очень понравился. Ну
что, везунчик, сделаем перевязку и подкапельницу? А вы пока кофе попейте. Я позже заеду. Отправляйся скорее. Мариночка Владимировна, это вас беспокоит? Ну, лучше без имен. Вы ко мне приходили сегодня. Да-да, я поняла. Я готов встретиться и поговорить. Но только при условии, что вы придете одна. Хорошо, как скажете. Куда подъехать? Я пришлю адрес и время смс-кой. Пожалуйста, не опаздывайте. Михаил Петрович, не мне вам напоминать, как важно и полезно сотрудничать со следствием. У вас как раз тот самый случай. Я спрашиваю вас еще раз, кто отдал приказ разобраться с Левим, Ушаевым и Волчком? Хорошо. Это результаты баллистической экспертизы. Пули, изъятые из тел Леви и Волчка, идентичны и были выпущены из одного и того же оружия, вашего пистолета. Кроме того, у нас есть свидетель. Так кто? Кто отдал приказ? Я действовал по своей инициативе и ничьи приказы не исполнял. То есть вы утверждаете, что совершили двойное убийство и покушение по личным мотивам? Почему двойное? Я убил только Леви. Ушаев, насколько мне известно, покончил с собой. По новостям передавали. Ты разве не слышал, майор? Проходите, проходите. За вами никто не следил? Вроде нет. Это квартира моей покойной родственницы. О ней никто не знает. И, надеюсь, никто не узнает. Угу. Мне придется здесь пересидеть, пока все не уляжется. Что вы имеете в виду? Он будет меня искать, Мариночка Владимировна. Крестовский. Вы выключили мобильный телефон. Отключайте немедленно. Хорошо, хорошо. Крестовский меня к этому приучил. А теперь я сам параноик. Но я теперь понимаю, не зря. Это он убил моих родителей? Я никаких признаний, официальных заявлений делать не буду. До тех пор, пока на Крестовского не заведут 100% уголовного дела. Откроют, Евгений Маркович, очень скоро. Ну, проходите, проходите. Простите, что устроила сегодня игру молчанка. Просто каждый мой шаг контролирует. Крестовский вызывал меня после вашего с Артемом визита. Видимо, Артем сказал. Он не знал о делах отца, но догадывался, что он живет не по закону. Так никто не знает. Всем приходится догадываться. В этом весь Крестовский. Ну, я рад, что мне представилась возможность высказаться. Просто камень с плеч. Расскажите все, что вам известно. Это Крестовский убил моих родителей, да? Гибель ваших родителей – вершина айсберга. Мариночка Владимировна, чтобы узнать все, вам придется запастись терпением. В начале 90-х бизнесмен по имени Борис Трошин связался с могущественной группировкой, именуемой в народе как ОПГ «Сундука». Официальным лидером группировки считался Сундуков Валера. Ну, отсюда и название. Но те, кто был внутри, они знали, что реальным главой всегда был Крест.
Он же Крестовский Эдуард Николаевич. Одноклассник вашего отца. Здравствуйте. Ну, а я в то время был юристом в компании «Борис». А это мой старый добрый друг Эдуард Крестовский. Эдуард, скажи, что же? Крест. Вот он меня с ними свел. Крестовский мастерски управлял всем из тени. Его приказы нигде не фиксировались. Он и сейчас так ведет дела. Всеми его компаниями руководит кто угодно, но только не он. А в начале 90-х, когда в стране царил хаос, беспредел, группировка «Креста» росла, как грибы после дождя. Разбой, грабежи, торговля наркотиками, рэкет, доходы колоссальные. Проблема только одна. Деньги грязные, и надо было как-то их отмывать. И вот тут кто-то напомнил Кресту о его однокласснике Трошине, у которого на тот момент был вполне легальный, ну и едва доходный бизнес. Строительная контора. А свела их вместе общая одноклассница. Именно. Ваша приемная мать. И жена покойного генерала. Спасибо, моя хорошая хозяюшка. Привет. Иди ко мне. Ну, тогда Николай был майор. Сами понимаете, оклады минимальные, ситуация нестабильная. Вот он и согласился. Знакомься, это моя жена Лариса. Прикрывать бизнес Креста. Крестовский. Взаимно. Вы присоединяйтесь. А у Трошина дела шли не очень. В стране беспредел, денег нет. А Крестовский предложил ему солидную прибыль за то, что он будет отмывать его черный нал. Слушай, откуда у тебя столько? Но тут же 1100, не меньше. Больше, Борян, больше. Так что, соглашаешься? Да не боись, все будет четко. Дом себе построишь. А то только буржуям у него завьешь. Борис согласился. Вот только Ларисе он об этом не сказал. А к тому времени, когда он обо всем узнал, у вашего отца уже было многомиллионное состояние. Но Лариса, как честный и принципиальный журналист, настояла, чтобы он разорвал с Крестовским все отношения. Борис подчинился. Он ведь сильно любил свою жену. Но Крестовскому это не нравилось. Ведь в один момент стали трещать по швам все его схемы. Он пытался отговорить вашего отца, уговаривал его, даже угрожал, но Борис стоял на своем. Да еще и Лариса внесла свою лепту в их спор. Подумай еще. Да не о чем тут думать. Дура, и не с тобой говорю. Это наши сборе дела. Нет у нас больше дел. И не будет, ясно? А теперь извини, вам пора. А ты чего не спишь, принцессочка? Иди ко мне. Мне приснился страшный сон. И когда Крестовский понял, что уговаривать бесполезно, он решил, что проще убрать своего несговорчивого друга. Получается, все случилось из-за мамы? Она по-другому не могла. Такой характер. Володя говорил, что вы вся в нее. Он ведь был против, чтобы вы шли в журналистику. Боялся, что история повторится. Теперь понятно, почему он так настойчиво меня отговаривал. Крестовский под пистолетом заставил Гарштейна подготовить документы, потом привел к нам домой, где папа все подписал. Подождите. То есть строительная империя Крестовского — это и есть та самая убыточная контора?
Он угрожал убить нас, если папа ее не отдаст. Но никто даже представить не мог, чем все закончится. Ну, кроме Крестовского, конечно. Он их лично застрелил. А нас не тронул. Не потому что пожалел, а просто когда-то при свидетелях он пообещал отцу позаботиться о его детях, если вдруг что. А нарушать слово – это не по-пацански. А как ты оказалась у Николаева? Я Ника очень любила. Относилась ко мне как к дочке, часто бывала в гостях, с рук не спускала. Очень мечтала о своих детях, но у них с Николаевым не получалось. Столько попыток забеременеть, все неудачные. Ника думала, что проблема в ней. Даже на наркотики потела. Оказалось, что проблема была в ее муже. Ночью убийства Николаев тоже приехал с Крестовским, но на казни не присутствовал. Он вывел нас с братом и сестрой на улицу, чтобы мы не слышали. А я слышала. Я столько лет думала, что это просто кошмары. А адвокат не рассказывал, куда отправили Машу и Сашу? Крестовский решил разбросать нас по интернатам. Хотел развеять семью. Но Николаев поступил по-своему. Сашу и Машу он отвез в один детский дом, чтобы они росли вместе. А меня забрал к себе, чтобы Нику вернуть к нормальной жизни. Она как-то сказала, что, мол, был бы ребенок, все было бы по-другому. Ну вот он и решил меня спасти и Нику. А через год она узнала правду о моих родителях. Вспылила, накачалась наркотой и вылетела на машине в КамАЗ. А Николаев так и не смог себе за это простить. Ну, вообще, если верить, Евгений Маркович очень переживал из-за ситуации с родителями. Каждый раз, когда смотрел на меня, разрывался на части. А я не могла понять, почему он со мной такой отстраненный и сухой. А его совесть мучила, а признаться не мог. Евгений Маркович откуда все это знал? Ну, по поводу переоформления фирмы это понятно, а вот по поводу Ники, аварии... Они с Николаевым сдружились после убийства. Много общались. Им пришлось подчищать за Крестовским. Давать все за несчастные случаи, договариваться с пожарными и следить, чтобы нигде ничего не всплыло. Дружбу они не афишировали. Крестовского боялись. Он мог воспринять это как заговор. Их объединял страх и ненависть. Если они его так ненавидели и презирали, чего ж не сдали-то? Ну, я же говорю, страх за себя, за свое будущее. К тому же они сами в этом серьезно заморались. Адвокат готов подтвердить все под запись? Только если Крестовского арестуют, дадут гарантии, что он больше не выйдет. Что там насчет Кулича? Там все серьезно, Эдуард Николаевич. Его обвиняют в убийстве и покушении. Говорят, доказательства железные. Откуда информация? Мой друг там работает. Служили вместе. Пацан проверенный. Доверяю как самому себе. В данный момент абонент не может принять ваш звонок. Позвоните, пожалуйста, позже. Срочно найдите мне Горнштейна и приведите его сюда. Срочно! Есть. А Кулич признался в убийстве? Признался в убийстве Леви и покушении на Серегу. А в убийстве Мушаева?
Нет. И Крестовского не сдают. Говорит, это была личная инициатива. Какие у нас шансы привлечь Крестовского? Без свидетельств полковника и адвоката? Никаких. Даже если адвокат подтвердит слова под запись, максимум, что мы сможем, это возбудить уголовное дело, ну, устроим обыски. Проверим фирму, покопаемся в документах, но учитывая, какой Крестовский конспиратор, вряд ли мы что-то найдем. Только проблему себе обеспечу. Да. Он нас по судам затаскает за клевету. А если он сам во всем признается? У меня есть одна идея, но нужно заехать домой. Дима, подвезете? Конечно. Подожди, какая идея? Так ты не волнуйся. Лежи. Я обещаю. Все будет хорошо. Николаевичу. Как вас представить? Марина Николаева. Подождите минуту. Эдуард Николаевич, Горштейна не нашли. В смысле? Утром свалил из института. Дома тоже не появлялся. Я пробил по всем друзьям. У него их немного. Тоже тишина. Ищите дальше. Запроси его счета в банке, проверь вокзал, аэропорт, и хоть из-под земли достань, но он должен быть здесь. Ты слышишь? Сделаю, Эдуард Николаевич. Принял. Эдуард Николаевич, там к вам девушка пришла, дочь Владимира Георгиевича, царство ему небесное. Ну, проси, раз пришла. Я буду в кабинете. Есть. Так... Все, как ты любишь. Апельсинчики. Кефирчик. Я ж телек 100 лет не смотрю. А в нете серфить времени нет, горкуша нависает. Поэтому, если бы не дежурный... Да. Ну, ты, Серега, даешь. Только уволился, сразу под пулю. Ну, ты чего? Серега. Тебе сейчас максимально позитивно мыслить надо. Мысли материализуются. Слышал? Слышал. Вот. Все нормально. Хорошо. Без тебя, конечно, в управлении напряжно. Горкуша с меня не слазит. То ему найди, там пробей. А, кстати, они ж все-таки нашли козла отпущения, прикинь. В смысле? Купили бомжа какого-то за 50 тысяч. А где он? Горкуша. Бомж. А, в СИЗО. Завтра суд. Шустрые, да? Телефон дай. Чей? Щука, не тупи мой телефон. Держи. Да? Димон. Димон, ты говоришь, что у нас улик не хватит, чтобы Епишева посадить. Так вот, их теперь у нас предостаточно. Серьезно? Да, сейчас Щука тебе одну интересную историю подкинет. Привет, Дим. Это Щука. Разрешите? Мариночка. Это же мы с похорон не виделись. Да. Можно ваши мобильные и вещи? Ну... Безопасность превыше всего, особенно когда имеешь дело с журналистом. Присаживайся, пожалуйста. Ну? Какими судьбами, дочка? Дочка, как у вас только язык поворачивается. За что вы убили моих родителей? Вот чего тебе не хватало? Вышла бы замуж за Артема.
Забот бы не знал. Ну, не любишь его так. Любовничка бы завела. Чтобы вы могли меня контролировать. Вы же для этого хотели нас женить. Чтобы я под боком была, а не лезла в ваши схемы. Ну, видишь, умная же девочка. А ведешь себя как дура. Так за что вы убили моих родителей? За мягкотелость и непостоянство. Я просто терпеть не могу эти качества, они меня раздражают. А у Бори этого дерьма была навалом. Подкаблучник. Ларис сказал, он выплыл. Ларис сказал, он исполнил. Твои родители посягнули на целостность моего бизнеса. Тем и поплатились. Да, Николаев, у него же никогда не было проблем с сердцем, я знаю. Он тоже был мягкотелым. Вот, казалось бы, столько лет вместе, через столько прошли. Нет, под старости лет заныл, я больше так не могу жить. Я хочу признаться. Достал. И потом я ему простил самый главный косяк. То, что он тебя взял к себе. Ну вот Кулич ему устроил проблемы с сердцем. А так бы Володя еще долго жил. Какая же ты мразь. А какая ты дотошная. Вот прямо вся в свою мамашу. Вот не сувала бы она свой нос куда ни попадя. И жили бы до сих пор большой счастливой семьей. Ну, я утолил ваше любопытство, Марина Владимировна. Простите, Марина Борисовна. Почти. А Мушаева за что? А это не я его убил. Это ты его убила, когда попросила у него о помощи. В тот же день ты подписала ему смертный приговор. А Кулич исполнил. Спасибо за честность. Подала сигнал. Начинаем. Всем группам заходим. Экскурсию Марине Владимировне по окрестностям города. Ну, чтобы вопросов не возникало. Понял, Эдуард Николаевич. Сделаем. Прошу вас. Эдуард Николаевич, вы арестованы. По подозрению в организации серии заказных убийств, а также в организации покушений на Лучка Сергея Николаевича и Николаева Марину Владимировну. Вы ничего не сможете доказать. А в этом нет необходимости. Все доказательства вы предоставили сами. Уводите его. Все позади. Ты молодец.
Это вам. Мы изъяли их при обыске. На записи Николаев обвиняет Крестовского в убийстве ваших родителей и совершении ряда других преступлений. Так что это тоже пойдет в копилку обвинений против него. Могу забрать. Да, мы сделали копии. Вам там есть что послушать. Ну, теперь понятно, почему генерал подарил тебе такой древний диктофон. Это тоже было в ячейке. Ваше свидетельство о рождении и... Завещание? Да, ваш отец оставил его за неделю до смерти и передал генералу. Фирма Бориса Трошина и все ее активы принадлежат его детям. Я поздравляю вас, Марина Борисовна, вы теперь сказочно богаты. Я? Вы. Ваш брат и сестра. Мы нашли их, обо всем известили. Они живут в 100 километрах отсюда и очень ждут вашего приезда. Правда? Да. Я скину вам адрес. Спасибо, Диман. Что с Епишем? Взяли его? Стоять руки! Эй, тихо, спокойно, спокойно! Полковник Епишев, вы арестованы за пособничество в совершении и сокрытии заказных убийств. Надеюсь, адвокат у вас есть? Да это какой-то бред! Какое пособничество? О чем вы? Полковник Кулич вам все объяснит. Пройдемте, Николай Федорович. Ребят, забирайте его. Да вы что творите, а? Я буду жаловаться! Сереж, спасибо тебе. За что? За то, что появился в моей жизни. Без тебя я бы не справилась. Вот кто-кто, а ты бы уж точно справилась. И тебе спасибо, что ты тоже есть в моей жизни. Прости, пожалуйста, больно. Все хорошо. До нашей свадьбы заживет. Поехали. Отвезу тебя к твоей семье. Дорогая Марина, дочка, если ты это слышишь, значит, меня уже нет в живых, и я, наконец, могу рассказать тебе правду. Правду о том, почему 25 лет я выдавал себя за того, кем никогда не являлся. Правду о том, почему за 25 лет я так и не научился быть нормальным отцом. Правду о том, кто ты на самом деле, кем были твои родители, где твои брат и сестра. Правду, которая навсегда перечеркнет в твоем сердце образ честного генерала и зацементирует образ подлеца Николаева, продажного мента, причастного к смерти добрых и любящих людей, Бориса и Ларисы Трошина, твоих родных папы и мамы. Прости меня, дочка, прости дурака. За обман, за предательство, за трусость. За то, что боялся смотреть в глаза, когда ты в этом нуждалась. Прости. Надеюсь, простишь. Не сейчас. Может, когда-нибудь, в будущем. Я люблю тебя, дочка. Очень сильно люблю. И за то, что молчал об этом, тоже прости. Они живут здесь.
хороша. Саша, быстрее, Мариша приехала. Господи, сестренка родная. Как же долго мы тебя искали. Слава Богу, ты нашлась. Меня вас теперь никто не отнимет.